Вот видите, вода уже вверх бьет. Живой источник, мать его, переймать. Крестить можно. То есть здесь люк, она с люка хреначит вверх и соответственно. И вон там он бежит. Ручей. Ну, кто хочет креститься, вот в Яровскую веру приезжайте. Искупаем в этой муте. Жириновский, конечно, клоун, но такие вещи классные, когда он сказал очередной прикол, его перл. Доверим страну, они всю страну утопят. Вот. И понеслось это все. Там тоже стекает. Ну, то есть, это я вот выше чуть-чуть своего дома. Вон мой дом стоит, пятиэтажка, вся мокрая, вон сырая. А это сейчас школа для дебилов. Ну, раньше я тут учился. Здесь тир и прочее. Вот видно, да, там. Сейчас. Вот оно там, затоплено все. Там еще один этаж есть, подвал. Ну, бомбоубежище. Все раньше делали капитально. То есть, ну, увы, сейчас его нельзя использовать. К войне мы не готовы. Сорока дразнится со спиленных деревьев, с этих изуродованных. А у нее тут было гнездо, поэтому вот она, сиротинушка. Да. Ну, ладно, ладно. Не пугаю. Она вот вторая прилетела. У них у всех тоже сиротство из-за дебилов. Ну, а там у меня в доме я вчера показывал, ну, как бы. Сейчас иду выше обозревать. Вообще, я вышел за хлебушком. Ну, напрямик не пройдешь, магазины тут не работают в районе. Здесь хлебушек выше плохой, поэтому я поеду дальше. И ура, ура, еще пятый тайфун идет. Как бы комиссия делает вид, то есть их надо ловить, да, как будто дома не существует, то есть мы должны, жители, их ловить. Не они комиссионно по кварталу едут, смотрят, а мы должны им названивать, приглашать там, как тамада это, как жених невесту обхаживать, или как кто там, как заказчик-подрядчик. Деньги, наверное, платить, да? Приезжайте, у нас водочка накрыта, стол поставлен, сделайте нам акт, что нас нахер утопило, к черту. Ой, блин, что у нас грибок и прочее, плесень. И плывет фундамент, трескается стены, потолок. И все ремонты в нижних квартирах там. Ну какое небо зато голубое. Страна дураков. Поле чудес. Там вот насосы все. Ну я уже показывал в других роликах. Говорят, вода уже на пирс вышла, который был в знаменитом ролике, да, где там 1000... с лишним просмотром. Вот вчера я туда ходил, вот в то море. Блин, они меня обольют. Автобусов пока не вижу. Ну, вот там, где я проваливался, вот туда вот. В конце улицы, там озеро, это море. Ну, ладно, пока. Это, конечно, супер дороги. Ну, автобаны вы видели, вот эти убитые. Так, еще раз просто заостряю внимание вот на убитые. То есть, деньги не дорог. Ни дамп, ничего нет в итоге в городе, и денег тоже нет. Вот она, ЕР, поработала по хозяйству, мэр из ЕР. Ну, слово всплыло сразу, воромразь. Ну, поэтому, ладно, бессовестная причем. Они не видят, что нет асфальта. Хотя тут живет... один человек, по-моему, за благоустройство отвечал. Сейчас, может, он уже не работает в администрации. Трудно сказать. Я не в курсе. А может, и работает. Мог бы, как сказать, намекнуть. Подвозил ее лет 20 назад на такси еще.